При входе в школу все строго по правилам проведения ЕГЭ и с соблюдением санитарных норм в условиях пандемии. Социальная дистанция, термометрия, проверка документов и проход в аудиторию строго по спискам. С собой у школьников, как обычно, минимальный набор – вода, перекус, ручка, линейка, карандаш и калькулятор. Начало экзаменов ровно в 10 утра. На выполнение заданий по химии у выпускников 3 часа 30 минут, по географии 3 часа, по литературе 3 часа 55 минут. За всем происходящим в режиме онлайн следит ситуационная комиссия. Аудитория, а также коридоры оснащены видеокамерами. Дополнительно установлены глушители сотовой связи. Они задействованы в экзамене помещения, опечатаны. На данном ППЕ, который находится в школе номер 12, заявилось всего на литературу 40 человек и 55 на географию. В принципе, может быть меньше, потому что некоторые ребята отказываются от экзамена в силу разных обстоятельств. Сдают сегодня экзамены здесь как выпускники школ города, так и Краснокамского района, а также выпускники прошлых лет. Следующий экзамен для выпускников состоится 3 июня. Это будет русский язык, который является обязательным. Проверку ЕГЭ в этом году пройдут 679 11-классников города. Еще 12 школьников решили не поступать в вузы, и им достаточно сдать государственный выпускной экзамен. Для тех, кто по уважительным причинам не попал в основной этап ЕГЭ, существуют резервные дни. Будет это уже после 25 июня. Марина Медвинская, Никита Веприков. Время новостей.